Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня я хочу показать, как вяжутся вот эти вот носочки. Они очень популярны в интернете. Я думала, что все очень просто. Ну, на самом деле оно просто. Но вяжу, по сути, для моей подруги. Она бедненькая, она далеко, очень не рядом со мной, поэтому не смогла разобраться. И вот вы знаете, по скайпу я не смогла ей объяснить. Поэтому решила снять видео, связать эти носочки. Есть описание. Вот ссылочку я обязательно оставлю на вот это вот описание. Немного сейчас вам расскажу. Потом в процессе еще буду немного информации дам вам в процессе вязания. Вот это видео будет для самых начинающих, чтобы разобраться с описанием вот этих носочков, как их связать. Вот, еще вам покажу, еще хочу потом разобраться вот с этими сапожечками, с этими носочками. Для этих я нашла схему, описание на чешском и английском языке. Ничего не поняла, если честно, ни на чешском, ни на английском. Ну, английского я не знаю, я просто в гугле перевела, оно перевело вообще непонятно. С чешским чуть-чуть у меня понятнее, чем с английским. Как бы чешский язык я знаю хорошо, поэтому, но в схеме я тяжело там, вернее, в описании разобралась. Но я думаю, принцип там один и тот же. Думаю, разберусь, потом попозже сниму вот эти зелененькие еще носочки, сапожки. А сейчас мы делаем вот эти вот с пуговками. Вот они розовенькие такие. Так, что хочу сказать по поводу описания. Вот я оставлю ссылку, вы все просмотрите, сколько пряжи, какие спицы. Я буду вязать другими спицами и другой пряжей, поэтому вяжу вот этот средний размер 38-39, хотя у меня 36. Но у меня четверка спицы и пряжа тоньше, поэтому носочки как раз получатся на мой 36 размер. То есть можно варьировать плотностью пряжи, и получатся как бы разные размеры. То есть если взять вот этот самый маленький вариант и взять, допустим, троечку спицы и потоньше нитки в одно сложение, тут нитки у нас два сложения, то получатся детские носочки, девчонки. Вот. Ну, в принципе, сказала все, что хотела. Буду вязать четко по вот этому описанию, чтобы вы могли контролировать и сверять с моим видео. Вот. И... единственное, что там у меня немного вот здесь вот изменено, но я вам все скажу, чтобы вы могли прочитать, просмотреть видео, как начинающие, и связать себе вот такие вот носочки. Себе, в принципе, для всех, для всей семеечки. Для всех можно связать такие носочки. Сейчас зима, и ходить в квартире, в доме, чтобы ножкам было тепло нашим. Так, ну мы начинаем, девчонки. Так, набрала я 38 петель. Вот смотрите, у меня четверочка, по-моему, или 3,5 спицы. Нитки в 4 сложения тоненькие. Ну, в общем, как я говорила, потоньше нитки, тоньше спицы, поэтому у меня размер больше. Я взяла, ой, вернее, ну да, взят больше размер, а вяжу я поменьше размер. Вяжу по кругу на круговых спицах. Вот так вот разделяю напополам. Вы можете вязать на 5 спицах нормальные носочные спицы, если вам удобно. Я что-то их не люблю. Мне проще вот так вот перетягивать. Хотя для других, наверное, не проще. Вот. Вяжем по кругу резинкой 1 на 1. Сейчас я тут привяжу эту ниточку, чтобы она у нас не вытягивалась и не делала бардак. Вот сюда из набранных петель делаю дырочку, протягиваю нитку и завяжу узелочек, просто чтобы оно у нас держалось этой, хвостом этим, который у нас остался. Вот. И вязать буду основной нитью по кругу, резинка 1 на 1, и как написано, 10 сантиметров просто по кругу резинкой 1 на 1.
Сейчас я покажу, просто довяжу один, провяжу один ряд, чтобы вы понимали, как я вяжу на двух спицах. Кто не знает, это видео, я предполагаю, будет для начинающих исключительно, потому что опытный человек с этой схемой легко разберется без моего видео. Поэтому показываю подробненько, чтобы вы понимали. А еще раз повторюсь, кому удобно на 5 спицах носочных вязать, вяжите на 5. Вот так вот я переместила просто и вяжу эту вторую половину. И точно так же потом... Ой. Оно трудно, девчонки, первый ряд связать. Потом уже, когда немного связано, уже там ничего сложного нету. Тут главное, чтобы не перекрутилось оно. И создался эффект этого чулка, чтобы по кругу вязалось. Вообще так первый раз встретила, как они ступню саму вывязывают. Я раньше так не вязала. Сейчас мы разберемся с этим, покажу и вам. Интересно так. Никогда не вязала. Вот тут вот смотрите, вот когда мы один ряд провязали, тут главное, чтобы у нас вот этих перекосов, переворотов не было. Вот так вот сравняли, сконтролировали и перетягиваем, вяжем дальше, чтобы у нас все было ровненько. Вот так, все. Теперь уже будет легко. Теперь вяжем нормально. 10 сантиметров вот такой вот резиночкой. Вот, связала я 10 сантиметров манжетика нашего. Теперь у нас написано, первые 11 петель снять на спицу. Снимать мы не будем. Остальные как бы переснять на булавку. Этого делать я тоже не буду. Я вот так вот провяжу просто, как начинается ряд, первые 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот они, наши 11 петель. Эти я подвигаю туда, к моим петлям. Они у нас будут сейчас не задействованы. Мы будем вязать только эти 11 петель. И написано в описании добавить 2 кромочные по бокам для сохранения узора. Вот таким вот образом я добавляю. Вернее, это можно сделать в начале ряда. Ну, теперь мы ее снимаем, по сути, и вяжем по узору. Вязать мы будем, сейчас посмотрю, сколько. 8,5 рядов. Ой, сантиметра. Сейчас я тут покажу, каким способом можно сделать эту воздушную петлю. Вот так вот. Делать просто набрать ее дополнительную, она у нас перейдет в кромочную. Вот так вот. Теперь мы вяжем ровненько эти 2 кромочные, как мы по краям добавили, вяжем ровно 8,5 сантиметров, только этот участок маленький, и поворачиваем. Тут уже мы ряд вяжем с поворотами, нормально, как мы привыкли, на двух спицах, не в круговую. 8,5 сантиметров. Так, провязала я 8,5 сантиметров. Двигаемся дальше, девчонки. Вот здесь вот нам надо теперь, как там пишется, убрать эти кромочные. Мы их аннулируем. Одну и вторую с обеих сторон. Из вот этого края, как мы связали эту планочку, видите, 8,5 сантиметров, тут нам надо набрать 14 петель, отсюда вывязать 14 петель для моего размера. То есть из этих кромочных, где одна, где две, мы вывязываем 14 петель равномерно. Вывязываем 14 петель, распределяем их равномерно.
одну отсюда придется мне вот так вот вытащить. Написано было переснять эти петли, но я их просто провяжу и наберу с другой стороны. Мне кажется, переснять бессмысленно, потому что придется обрезать нитку. Зачем ее обрезать, если можно одной ниткой связать все по кругу. И далее еще там у нас написано, что сейчас надо обозначить центр стопы сзади и спереди. Но я это тоже сделаю потом, когда мы уже свяжем эти 2 сантиметра. Я покажу, как это сделать, чтобы было равномерно. Сейчас мы опять будем вязать по кругу. Уже все вот эту. Вот видите, когда оно на круговых спицах, можно вот так вот его растянуть и уже четко видеть само изделие. Его виднее, чем на этих спицах на 4, на 5. Мне во всяком случае виднее. Я не знаю, может тоже кому-то виднее. На 5 лучше. Вот, мы провязали вот эту резиночку, которая у нас была не задействована. И теперь у нас вторая сторона этой стопы. Здесь мы тоже набираем 14 петель равномерно. Нет какого-то особой системы, просто нужно, возможно, придется пару раз это все делать, чтобы получилось равномерно. Видите, я где из одной кромочной делаю петлю, где две петли из одной кромочной, вот так вот с верхней, вот сейчас я вам покажу, и туда еще как бы в петлю ниже. Вот мы подобрались краешку. Теперь мы просто вяжем все по кругу, как и вязали, резинкой 1 на 1. У нас сейчас 66 петель на спицах. И далее я вяжу по кругу вот это все резиночкой 2 сантиметра. Вот, девчонки, смотрите, провязала я тут по кругу 2 сантиметра, вот, начиная от наших набранных петель. Вот так вот оно выглядит пока, чтобы вы понимали. Здесь то, что написано, что там как бы надо было сделать в начале, я делаю в конце этих 2 сантиметров, но это без разницы, вы можете сделать в начале. Просто потом их проще, для меня проще их считать. Значит, мы обозначаем центральную петлю. Вот посмотрите, если будем, ну, посмотреть вот эту нашу центральную часть, тут у нас 6 лицевых петель. И если дать вправо 3 и влево 3, посредине с них изнаночная. Вот это будет центр. Обозначаем ее. У нас всего 66 петель. Если взять эти центральные 2 петли, то получается отнять. То получается 64, то есть боковушка у нас половина из этих 64, 32 петли. Обозначаем следующую центральную. Это уже на пяточке у нас. И вторая боковушка 32 петли. Вот, до этой петли. И теперь мы уже начинаем вязать нашу подошевку. Переходим на лицевые петли. Вяжем лицевыми петлями. И вот тут вот внимание. Эта петля у нас центральная. Две петли перед ней мы провязываем вместе. Я вот так вот здесь меняю местами, чтобы была красивая косичка. Не обязательно, можно не менять. Две вместе. Центральная петля. Ниточку потом мы уберем. И опять две вместе. То есть от этой петли слева и справа по 2 вместе. Всегда, не всегда, в каждом лицевом ряду, вернее в каждом нечетном ряду. Если вот это первый ряд нашей ступни, в четном ряду мы вяжем просто ровно лицевыми петлями, а в нечетном мы делаем эти убавления. Сейчас мы перейдем к пяточке.
и вяжем по кругу. Оно у нас будет равномерно убавляться. Вяжем по кругу таким вот образом, лицевыми петлями, с этими убавлениями в каждом лицевом ряду. Потом написано 3 сантиметра, так и свяжем 3 сантиметра расстояние как бы этой лицевой глади, этой ступни. А потом далее я вам покажу, сейчас покажу еще раз с другой стороны. Ой, сейчас мы просто переходим из резинки на лицевую гладь, поэтому не очень видно. Потом оно все будет очень хорошо видно. Вот тут вот точно так же, как и на носочке. Перед петлей провяжем 2 вместе и после петли провяжем 2 вместе. Так. Вот это наша ведущая. И после нее 2 вместе. Далее лицевыми петлями следующий ряд, следующий круг мы вяжем без изменений, просто лицевыми петлями. И в третьем круговом ряду мы опять же делаем те же самые убавления слева и справа от вот этой ведущей петли. Вот, девчушечки, смотрите, провязала я 3 сантиметра. Вот так вот оно выглядит. Со скосами такими. Да, в принципе, больше ничего и говорить. А вот выглядит так вот наша вот эта дорожка из этих убавлений. Центральная петля и вот эти две по краям. Что хочу сказать, провязала я 11 рядов всего. Но это не обязательно. Вы смотрите по своему как бы. И закрываю все петли. Сейчас мы посмотрим, как оно потом будет выглядеть, чтобы вы понимали, правильно вы движетесь, в правильном русле или нет. Так, закрываем все петли, потом ступню сошью. Вот эти ниточки уже можно убрать. Все, они не нужны центральные. И закрываем все. Так, вот все петли мы закрыли. Теперь, если мы разложим вот так вот ступню, вот, вот наша подошевка вот так вот выглядит. То есть вот эту, вот этот шовчик нам нужно сшить аккуратненько, как там написано. Поэтому, вот видите, оно сразу принимает форму. Вот сразу прям, смотрите. Ну, на ноге, конечно, оно примет форму получше. И я беру иголочку с ниточкой и просто буду сшивать вот это отверстие. Здесь немножечко стяну. Так. Знаете, как я сшивала? Я вам сейчас покажу. Вот просто брала за одну петлю. Ух! Продевала. И с этой стороны тоже за петлю. Вот так вот стягивала. И опять сюда перехожу, следующую петлю. С одной стороны и с другой. Вот так вот я переходила. И знаете зачем? Чтобы не было как бы очень такого рубца, ну, плотного шва, потому что это все-таки на ступне будет находиться. Мне хотелось как-то его здесь сгладить и сделать такое более нежное, чтобы оно потом в ногу не давило. И так до конца я просто это все сошью. И будем вязать дальше. Видите, оно принимает форму такой стелечки. Естественно, что пока оно не совсем идеально. Но если вы походите один день под тяжестью нашего тела и ноги, оно все примет нужные формы, какие нам нужны. Так, сшила я дырочку. Вот смотрите, вот так вот выглядит наш носочек. Красиво, аккуратно выглядит. Подошевка ступня, вот если разложить, все тут ложится отлично. Я сомневалась, если честно, в этом способе, но тем не менее все очень классно. Так, теперь вяжем нашу манжетку. Вот носочек у нас готов. Вяжем манжет, набираем 17 петель.
Так, девчонки, написано там одна петля платочной вязкой. Это одна петля. Она должна быть вот эта кромочная. Но я вяжу еще одну платочной вязки, так получается красивее. Далее резинка 1 на 1. Вы можете резинкой вязать эту платочную, только лицевую провязывать кромочной, и все. То есть это будет соответствовать описанию, если вы просто лицевой провяжете кромочную. А все остальное 15 петель будете вязать резинкой 1 на 1. Но я вяжу кромочная плюс одна петля платочной вязки. Хотя по фотографии там выглядит просто на кромочную. Так, через 20, вот видите, я ее провязала лицевой, далее я перехожу на резинку на 1 на 1. Написано, что 2 сантиметра провязываем таким этим как бы узором, и далее делаем дырки для уголок. Но у меня получилось не 2 сантиметра, потому что там написано, что в лицевом ряду надо делать эти дырки. А если бы в лицевом ряду, то у меня получается 4 ряда. Если, но не хватает до 2 сантиметров. Если в изнаночном ряду, то получается некрасивая дырка. Вот. Поэтому я вяжу 4 ряда. Ну, у вас, я думаю, если будете использовать толстые нитки, как в описании, и толстые спицы, то как раз вот эти 4 ряда у вас и будет. И потом сделаю дырочки. И далее буду вязать ровненько. Так, тут уже у нас вырисовывается. Видите, это кромочка из платочной вязки. Платочной одной петли. Теперь будем вывязывать дырку. Кромочную снимаем, лицевая, вот эту лицевую и изнаночную провязываем вместе. Вот, делаем накид. Далее вяжем. По рисунку. Так, когда у нас остается 5 петель, провязываем 2 вместе и делаем накид, то же самое лицевая, далее по узору те последние 3 петли поворачиваемся и вяжем по узору, вернее, ну, нам нужно будет накид провязать. Вот изнаночная, лицевая, вот тут мы возобновляем изнаночная, далее по узору. И далее вот таким вот образом, вот наш накид, опять лицевой, изнаночный, кромочный, лицевой. И все. Вот эти 17 петель мы вяжем на высоту 37 сантиметров, ровненько. Так, провязали мы 37 сантиметров, и теперь все петли закрываем по узору, как там написано. То есть, где лицевая, лицевой. Где изнаночная, изнаночная.
теперь смотрим, где у нас лицевая сторона, вот где у нас по краям лицевые петли. В конце не с той стороны, где дырки, а с другой стороны, вот так вот где-то на расстоянии 2 сантиметров мы пришиваем две пуговочки. Так, вот пришили мы пуговки, девчонки, теперь застегиваем их. Нам так будет проще сориентироваться. Вот, теперь берем наш носочек, прикладываем. Видите, оно здесь у нас побольше. Это так должно быть, чтобы носочек пролез через пяточку. Вот теперь вот я беру иглу и просто наметываю, чтобы растянуть этот манжет, эту нижнюю часть, растянуть равномерно. Вот одеваю его сюда. Там у нас написано, что мы должны вывернуть, вот так вот пришить, оставить 2 сантиметра и отвернуть. Можете сделать так. Но мне что-то кажется, оно лучше сядет, если будет так. Но если вы отвернете и пришьете по описанию, все равно я оставляю тут 2 сантиметра и буду пришивать по верху. Так, еще раз. Вот это вот, смотрите, самое главное сзади, чтобы было вот, вот здесь вот сгиб пуговки на боку. И вот так вот я пришиваю. Приметываю, вернее, ой. Потом, чтобы эту нитку я просто вытащила. Растягиваю вниз. Так вот я наметала это все дело. Вот смотрите, тут у меня меньше, чем 2 сантиметра, но потому что где-то 1, 1,2, потому что в другом носочке у меня там такой запас, но и поэтому я делаю одинаково. Теперь беру иглу и пришиваю просто. Эту нитку я потом вытащу, которую я наметывала. Вот захватываю оба слоя. Я по кругу пришиваю. Вот так вот по кругу. Полностью все пришиваю. Так, вот смотрите, я пришила низ, теперь я беру эту ниточку, вытаскиваю ее, которая нитку наметки, оборвалась она, нет, ничего страшного, а не оборвалась. Так, теперь эту иголочку я продеваю на изнанку, выворачиваю, и теперь вот этот вот хвостик, как бы, который запас мы оставили, мы его пришиваем легонечко такими стежочками. Фиксируем к нашей манжете. По кругу вот так вот. Просто чтобы оно держало форму, не отворачивалось, было зафиксировано. Так вот до конца я это пришиваю. Тут вот не надо затягивать, потому что потом есть как бы риск того, что у нас не влезет пятка. Тут у нас должно быть эластично. А что еще хочу сказать? Вот видите, результат моих тонких спиц и тоньше ниток, тот, что вязала я как бы средний размер, а получился у меня где-то на 34. Ну, в моем случае это не страшно. Будет девчоночке, мужа, дочке, ей 10 лет, 11 вот будет.
Вот, так что подарю ей. Одной уже старшей есть шапочка с ушками. А младшей будут эти носочки, чтобы никому не обидно. Но они налезают и на мой 36-й легко. Ну, только в, ну, как обтяжку получается. Так, девчушки, вот мой результат. Два моих носочка. Вот такие они получаются красивенькие. Что хочу, на что хочу обратить внимание. Вот смотрите, застежечку мы делаем в зеркальном отражении, чтобы у нас получился левый и правый носочек. Вот так вот, когда сложим, у нас получится парный. Здесь застежка и здесь застежка. Вот такие вот носочки у меня получились. Я довольна. Все хорошо, мне нравится. Налезают они легко на меня, потому что они эластичные вот здесь вот получаются. Поэтому на 36 размер все отлично. Так, и вот еще смотрите, я связала еще мужу теплые по этому же способу, видите? Но тут уже я набирала уже от себя 52 петли. И тут вязала больше, ну просто проверила как бы систему, все работает, даже если связать больше, просто вот здесь вот вязать по размеру как бы нужному, то все получится. Вот так вот, девчонки, вот такие вот носочки. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!